Пересматривать эфиры федерального телевидения в последние дни, признаюсь честно, было не самым приятным занятием. Видеть кадры беснующихся оккупантов на руинах Авдеевки и сияющие от восторга физиономии в кремлевских телестудиях непросто. Хотя поводов радоваться для адекватного человека нет. Но мы все же говорим о российских пропагандистах. А они вовсю торжествуют в связи с захватом почти полностью уничтоженного армией России города. Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью под нашим контролем. Владимир Владимирович, вот вы не представляете, с каким хорошим настроением я сегодня сюда ехал. Ну и начинаем мы выпуск с большой победы русских воинов. Город Авдеевка в Донецкой Народной Республике полностью взят под контроль нашей армии. Ну вот, пожалуйста, видно, город действительно наш. Все бы хорошо, да есть нюанс, и не один, о которых кремлевские прихлебатели сознательно умалчивают. Обо всем этом подробно расскажу вам я, Олег Борисов, в новом выпуске «Давайте проверим». Поехали. Сразу обмолвлюсь, что да, кадры деморализующие, но излишне драматизировать ситуацию и отчаиваться тоже не стоит. Я просто напомню, что те же самые пропагандисты с такими же сияющими лицами вещали о том, как российская армия галопом пробежит за несколько дней всю Украину. Раз бровь поднимем, и Украина поймет все. И не надо никаких людей. Возьмем Киев. Денис Пушилин. До выхода сил ДНР и ЛНР на границе Донецкой и Луганской областей остались считанные дни. Но ожидания столкнулись с реальностью. Что в итоге? Вторая армия мира 2 года билась лбом об Авдеевский укрепрайон, который и так был взят в клещи еще со времен АТО. На этом небольшом участке фронта в попытках захватить пригород Донецка полегло еще больше россиян, чем в Бахмуте. Это признают даже сторонники путинской войны. Я по-прежнему считаю, что недопустимо озвучивание потерь. Но как бы все в курсе, что Авдеевка в людях обошлась нам кратно дороже, чем Артемовск, Бахмут. В Бахмуте, если что, российские силы потеряли до 20 тысяч убитыми. Под Авдеевкой, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, более 47 тысяч солдат. Соотношение 200-х и 300-х обычно 1:3. То есть раненых россиян около 100 тысяч. Например, в Авдеевке, я просто сравниваю цифры потерь, это 1:7. Это очень жаль, но смерть одного украинца – это 7 смертей россиян. Я бы не хотел это сравнивать, ведь это трагедия – потерять даже одного человека, но не мы начали эту войну. Но скорби и печали по этому поводу в глазах российских пропагандистов не сыщешь. И правда. Но что изменится в их жизни после смерти какого-то мужика из условного Усть-Камышинска, который поверил сказке о защите родины от нацистов, поехал в Украину и умер. А вот информационные эскортницы так и продолжат сидеть в теплых студиях на кремлевских потоках и подстрекать других идти на самоубийственную войну против Украины из здравого смысла. Наша армия освободила город Авдеевку. Вот чувство колоссальной гордости за ребят. На самом деле, мы можем точно сказать, что сегодня российские войска приобрели новое лицо. Фактически они возродились для новой войны. Ну, во-первых, хочется поздравить, конечно, наших солдат, командиров, командующих с успехом в Авдеевке. Во-первых, нужно поаплодировать российскому генеральному штабу. На самом деле, захват Авдеевки не дает россиянам никакого стратегического преимущества, как бы пропаганда не пыталась слепить из этого великую победу и навешать лапши про выход на Славянск и Краматорск. Опять же, вспомним Бахмут. Как далеко пошли после его оккупации? Там же и остались. Кстати, прошло уже 9 месяцев, а в Бахмуте ни электричества, ни воды и ни признаков жизни. А заливали-то как? Это быстро все возможно восстановить, быстро возможно отстроить. Но сейчас уже мы перед собой ставим задачу заниматься не только жильем, потому что жилье – это только часть вопроса. Конечно же, нужны рабочие места, конечно, нужны социальные объекты, конечно, нужны школы, конечно, нужны другие учебные заведения. Даже не пытались что-то сделать. Такая же ситуация и в других оккупированных городах. Хотя нет. Вот в Лисичанске, захваченном 1.5 года назад, таксофон поставили. Хвастаются и радуются.
В Лисичанске, конечно, жить довольно тяжело. Здесь очень плохо с отоплением. Бывает, выключает свет. Главное, здесь нет связи. Ни интернета, ни мобильной связи. Но на улицах установили вот такие таксофоны, по которым можно позвонить по городскому номеру по Лисичанску, а также вызвать экстренные службы. Газовая, скорая помощь, электросеть. Идет гудок. Все. И при всем этом постыдном бэкграунде они не стесняются обещать шикарное будущее уничтоженной российскими авиабомбами Авдеевки. Мирная и наша Авдеевка, со временем восстановленная и цветущая, а никакая не Авдеевка на украинский лад. Среди российских военных, перешедших в Минобороны России из народной милиции, немало жителей Авдеевки и рядом стоящих поселков. Я частенько слышал, как мне говорили добровольцы: «Вон видишь, огни, это Авдеевка, когда-нибудь мы ее освободим». И вот теперь сотни людей вернутся домой. Да, Коксахим разрушен, но его либо восстановят, либо придумают новое производство. Места-то намоленные. Ну что ж, поздравляю. Теперь там огни в окнах квартир не горят. И это все благодаря спасительнице Донбасса России. Так что, куда собрались возвращаться оккупанты и примкнувшие к ним предатели, не совсем понятно. Ведь город превратился в руины. А теперь самое дикое. Российским зрителям пропаганда рассказывает, что это дело рук украинских военных. С расчетом на то, что никто не задумывается, почему это вооруженные силы Украины сами по себе стреляют. Ну и классический прием – затащить в кадр якобы местного, который расскажет о зверствах биолабораторных укранацистских карателях. Вы жители Авдеевки? Да, ну как бы да. Что можете сказать о тех, что можете сказать об этих? О тех немцах гоните и до самого Берлина, а вы навсегда. Звездный час на федеральном телевидении получил некий Алексей Магнитский, таких в народе прозвали ждунами. Он ведь прекрасно видел, кто уничтожал город и откуда велся обстрел. А еще Алексей не брезговал брать гуманитарную помощь из рук украинских волонтеров и, как он выразился, нацистов. Ну что ж, зато теперь заживет. Наконец-то. На этом все. С вас лайк, подписка, комментарий. Ну а с меня новый выпуск программы «Давайте проверим». Пока.